Никита Квалинов. Вещи все? Да. Там есть стихи, которые написали наши комплексные. Именно, вот именно к этому с ребятами из комплексного центра социального обслуживания Сосновоборске. В течение недели ходили по городу и фотографировали достопримечательности нашего города. Потом распечатали фотографии, на которых наши ребята сами, наши получатели, кто приходит к нам на занятия, бабушки, вот, другие ребята, подписали пожелания солдатам, которые сейчас находятся, скажем так, в горячих точках. Вот, и принесли эти небольшие весточки из нашего Сосновоборска им туда. Делаем. Смотрите. Готово? Не-не-не. Подходите ближе. Каждый номер. Давайте вот возьмем тот номер, который вы держите в руках. Как вы его делали? Видите? Номер 48. Каждая полосочка. Написано, видите? Верхний анонс. Что мы вверху читаем? Говорит Сосновоборск, да? И вот здесь то же самое. Смотрите, совпадает? Давайте посмотрим. Ну-ка, потом вдруг мы напутали. Так, что мы видим? Девушку видим? Видим. И в компьютере она у вас тоже есть. Там с нее снимают скан. Это скан на печать. И все, и дальше бумага. Вот в таких рулонах. Один рулон 300 килограмм весит. Заходит в печатную машину и печатается газета. И мы ее привозим уже на машине. Вот такой. Здорово. Возвращайся!